Казахстанские брокеры могут открыть для себя валютный рынок КАСИ уже в этом году. Об этом заявила председатель правления биржи Алина Алдамберген. Принятие соответствующих поправок ожидается уже в первом квартале года. В этом случае игроки могут получить лицензии на банковские операции в сумме до 100 тысяч долларов в день. Брокерскими услугами могут пользоваться и рядовые казахстанцы, покупая и продавая валюту на бирже, минуя обменники. Пока же услугами брокеров пользуются только банки второго уровня. По итогам прошлого года в секторе торговли иностранными валютами объем торгов на спот-рынке составил 12 триллионов 300 миллиардов тенге. Это на 17% больше аналогичного показателя предыдущего года. Самым торгуемым инструментом оставался американский доллар. На его долю пришлось 98% всех сделок. Минимальные и максимальные курсы в 2017-м сложились в коридоре от 310 до 345 тенге за доллар. Тенге по итогам года чуть-чуть укрепился, то есть это 0,3%, что позволяет говорить о стабильности национальной валюты. Она позволила, и это очень важно, когда мы анализируем результаты года и делаем прогнозы на следующий год, сохранить интерес инвесторов к инструментам, деноминированным в тенге, в том числе и на рынке ценных бумаг.